think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас утренний обзорчик. Посмотрим, что, где и как. И куда подарок субботы. Два удара ПВО Валентина. Временный. Так, волшебная кузница. Понятно, войди в игру. Набор, выращивай призы. Так, давайте отсюда начнем. Настолка открылась на русском сервере. Есть возможность собрать опять же розу. Бонус сокровищница. Вот что-что, на русском сервере сокровищница довольно-таки неплохая. Мне она реально нравится. Ледяха, роза, бугеман. Причем герои падают довольно-таки неплохо. Так, большая выгода. Зефира запихнули, охотник за богатством. Донатная акция. О! А вот. Нового героя можно вытащить. Может, кому-то повезет, если кто-то еще донатит сюда. Разбей яйца. Ничего такого нету. Колесо удачи. Так, не крыл. Осколки новой героини. Матроны, парящий остров. Он старенький. Ничего такого, в принципе, нет. Божество продают. Ну, в общем, они сделали ставку на донат. Нету, видите, нету сумок в обновлении, судя по всему. То есть будет вариант либо через остров, через пыльцу, либо сюдой, через охотник за богатством, собирать нового героя. Такс. Там альфа-мех, если не ошибаюсь. Механоид альфа. Такс. Ну, такое себе. Поехали на английский сервер. Посмотрим, что у нас интересного на интерше есть. Сейчас перейду сразу же на основу. Нравится мне после обновления вот эти вот переходы. Ни хрена толком не работают. Короче, блядь, не знаю. Все, что мне понравилось с обновления, это босс в КБшке. Такс. Блядь, нихера не поменял. Вот вымораживает столько всего, блядь, и опять какая-то хрень. Так, отлично, есть, поменяли. Мэри, Лис, тоже ничего нового нету. Тридцать осколков. Ох. Хотя герой довольно-таки неплохой дамагер. Я вчера это показал. Так, магическая лаборатория. Здесь тоже альфа-мех есть. Seeking Treasure. Понятно. Настолка.
И хватайка есть, ничего себе. Но аккумуляцию здесь не меняют. Плант, проспектор, все остальное. Коллекционер, как обычно, неплохо. А дискаунт, что у нас сегодня в дискаунте, не знаю, у меня монет нету, но опять же та же самая ситуация, которую я показывал. Карты, топовая тема, островок, ну, тоже ничего такого прям мега вау нету. Настолка, хватайка и шанс ловить мехадоид. А, кстати, ну-ка. Фортун Хантер. Вот то же самое, да. Поехали, чекнем Тайвань. Может, там что-то обновилось интересное есть. Еще на немочку забежим. Один тоже было какое-то мини обновление походу. Воу, вот так афортов. Я подал заявку на атаку фортов, что я в топ-гильдии вхожу. Это смешно. Так, зефир. Пакеты. Ну, пакеты стандартные, ничего не поменялось. Да, тут что-то, видите, обновление вроде в первую очередь, а по акциям. По плюхам они что-то попозже всех дают их. Ну, где-то должен быть сегодня шарик. Посмотрим, что интересного там будет. Нету ничего, видите, только меха они собрали, типа, через донат конкретно, через пыльцу, наверное, аж в следующем острове будет. И то непонятно, сколько осколков. Такс. Поехали, немку чекнем. Апдейтен. Да запарили. Уже ж обновлял, еще раз апдейтен. Что они эти апдейты один за одним выдают. Видимо, что-то фиксили, добавили еще обнову. Скорее всего, так. Что тут у меня делается? Такс. Нифига. Ну, здесь я показывал это было. Да, ничего нету нового. В общем, здесь все то же самое. В
В общем, такие вот дела надо будет сегодня, кстати, зафармить локации. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новые видосы. IGG, как обычно, ни хрена не сделала, поэтому ждем еще месяц. Все, всем удачи, всем пока.